30 сентября в Челябинске на арене Дворца спорта «Юность» состоялось грандиозное гала-шоу «Супердети поколения М». Солисты творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М» прилетели в Челябинск, чтобы поделиться секретами мастерства и вдохновить молодежь нашего города на творческие победы. И сейчас у нас в гостях хедлайнеры концерта Дарья Волосевич, участница «Голос Дети 5», и Иван Харитонов, призер проекта «Поколение М», участник «Голос Дети 4». Да, ну а также Анна Лысенко, лидер проекта МТС «Поколение М» в регионах России. Доброе утро. Доброе утро всем. Здравствуйте. Доброе утро. Анна, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, что это вообще за проект, кто может участвовать и есть ли, собственно говоря, уже челябинские участники, почитатели? Да. Угу. «Поколение М» — это проект для всех детей и подростков до 18 лет, где каждый может проявить себя в творчестве. На сайте проекта собрана уникальная копилка мастер-классов от ведущих мэтров российской индустрии, творчества, искусства. Каждый может научиться тому, что ему нравится, пению, вокалу, дизайну одежды, даже конструированию роботов. Затем выложить продукт своего творчества и ждать, когда его оценит жюри и, возможно, даже выиграть, и либо принять участие в большом концерте, либо получить стажировку в ведущей студии, либо, например, как в этом году, выставить свою работу в Третьяковской галерее в Москве. Ух ты, ничего себе. Ну и Челябинске это все-таки есть у нас уже? Челябинск – это уникальное место, где у нас ежегодно победители всероссийского конкурса именно по вокалу и по танцам. Вот. Что здорово, это, конечно, радует. Ребят, ну и вопрос, наверное, к вам. Почему вот вы участвуете в данном проекте? На самом деле нам безумно нравится ездить по городам России, давать концерты, так как мы своим примером показываем своим сверстникам, что это все возможно, и у каждого есть шанс выйти на большую сцену. И также своим творчеством мы помогаем больным детям, конечно. А у вас в воскресенье был большой концерт. Расскажите, что вам понравилось и как вас встретил Челябинск? Челябинск нас встретил очень-очень жарко. Народу было очень много, 5000 человек, был полный зал. Люди подпевали нам, пели вместе с нами песни. Это было нереально круто. Челябинск. Просто огонь. Мы хотим тоже подпевать вам. Давайте спойте нам что-нибудь, пожалуйста. Мы на сцене, это наше время. Так давайте вместе будем петь и танцевать. Мы на сцене, яркие мгновения. Сохраним в сердцах и будем новой встречи ждать. Продолжай. Спасибо вам огромное, ребята, что пришли так рано к нам. Спасибо, что вообще, собственно говоря, приехали в Челябинск. Напомним, что у нас сегодня в гостях были Анна Лысенко, лидер проекта «Поколение М» в регионах России. А также Дарья Волосевич, участница «Голос Дети 5», и Иван Харитонов, призер проекта «Поколение М», участник «Голос Дети 4».